Einam pasipuosim tave. O šitą. Там, где привишна, Феди. Фрукты растут. Да, да, такие. Да, вода не стоят такая. Потом, если фрукты уже будет урожай, да. Не надо много воды. Побольше уже. Это вся ручная работа? Да, 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 все ручная. Тогда рассада посадится, это по одному так. По одному? Да. А как саке ауга? Сколько лет он посадил, сколько времени он? Вот, посадится до урожая. Да. 100 дней. 100 дней? 100 дней. Это 3 месяца и чуть-чуть еще. Да, чуть-чуть. Это который новый вариант. Да, или у нас есть еще два варианта, которые это варианты, они два раза на год. Это потому что это будет побольше высоко его. Побольше. И фрукты еще побольше. Два раза в год его надо садить, посадить. Нет, 6 месяцев. Рассада до урожая примерно 6 месяцев. Поэтому урожай два раза на год. Но тот, который больше такой? Да, да, это вариант. Вот этот? Да, вариант? Это вариант. Ришка, tokie, ну, rūšis yra tokia variantas. Supratau. Šiaip tai ten 3 mėnesiai, o šitas pusę metų. Там еще молодой, да? Да, еще молодой. Если они так, внутри белый, но еще пока нет плотности, как молоко его цвета. Да, потом будет плотность. Плотность, потом они будут желтые, так? Такая. Желтый, это уже типа старый. Спелый. Это будет спелый. Кушаем. Ну хорошо, а тогда его убирают, да? Тогда сушит? Да, тогда урожай собирает здесь, можно съесть, разрезать, да, или съесть, потом сушить на солнце, потом на машине либо доска убирать. Доска. Потом садилиться, это на Бали говорит, это коша. Поделиться коша и рис, который едят, через мясины. Можно. Да. Если раньше, типа фуне. Куля. Да. Ну, вала носит лукшту. Тип, лукшты. Лека, еще раз будет грудас. Ясно. Вот, который садится на корабль.